Что касается спойлера. Интересный вопрос, но спойлер в первую очередь тот, кто заранее готов проиграть. Тот, кто в лучшем случае оттянет голоса у конкурентов и отдаст кому-то там чей спойлер, да? Эта история абсолютно не про нас, а как мы настроены на победу, на борьбу в каждом округе и на победу. А во-вторых, те голоса, которые будут отданы за партию новым людям, останутся у нас. Ну и от чужих, если сторонники других партий за нас проголосуют, мы тоже не откажемся.